Посмотрим, что здесь такое. Ага. Вот на остановке автобусные нарастили, вот так раскопали. И вот какая здесь стройка. Я думаю, что здесь делают, наверное, подземную парковку. Вот там стены забетонированные. Да. Такая у нас здесь стройка. Стройка века. А я жду автобус. Я жду автобус, потому что на тот, которым я езжу, я сегодня не успела. А не успела, потому что один дедушка, один пациент вылез с кровати и шел, куда глазоньки глядели. Его нужно было уложить, перебалить. А что такое перебалить? Значит, перепеленать. В чешском языке баличек – это сверток, а забалить – значит завернуть. А баличек – это значит какой-то завернутый пакетик. Балик также может быть почтовая посылка. Сбалить – это собрать вещи. Вот такое универсальное слово. Вот такие у нас здесь предприятия. Это, по-моему, T-Mobile. Ну, что это за конторы, я не знаю. Вот. Ага, что здесь пишут? Ага, в январе 2024 года стройка закончится. Угу. Пишут. И что здесь будет? Комфорт обеспечения. Модерный автобусный терминал. А, это будет автовокзал на Растыле. А я думала, это просто паркинг будет. Ага, вот это вот рисунок. Ну, надо же, как интересно. Люди гуляют уже. Ага, это будет автовокзал. Понятно. Это сюда будут автобусы ездить с южного направления. Вот такой будет выглядеть. Такой будет автовокзал. А я думала, что такое? Ну, здесь, да, ничего нет. Конечно, мы стоим в поле, ждем. Так, что здесь пишут? Позор. Да, я знаю, многие знают, что это слово обозначает в чешском языке. Это внимание, позор. Въезд, а выезд, возидл, ставбы. Ага. Ну, въезд и выезд, возидл, ну, это автомобилей. Ставбы, это стройка. Так, а здесь, да, здесь T-Mobile. Так, вот такая здесь строительная зона. Ну вот. Так, пешеходам здесь ходить запрещено. Так, ходник узаврен. Значит, ходник – это ходник – это вот дорожка для пешеходов. Это ходник. А узаврен – это значит закрыт. Слышите, как я говорю? Узаврен. Вот эта буква «Р» с гачком. Нужно говорить как «Ж». Вот. Для того, чтобы его, этот звук, он получился, просто, когда вы говорите букву «Р», надо челюсти расположить так, чтобы были зубы над зубами, то есть верхняя челюсть зубов была ровно вертикально с нижней челюстью зубов. И говорить «же», «же», «же». Вот прям вот ровно-ровно зубки поставить. Видите, как у меня хорошо получается. Так, посмотрим, сколько времени. Так, ну, мне еще до автобуса 10 минут. Вот, дорогие друзья, я сейчас
Снимаю вам всякие глупости, да? Бессмысленные. Вы знаете, сейчас такое время, как говорится, такой период, что очень тяжело собраться с мыслями для того, чтобы для людей какие-то делать развлекательные программы. Вот. Но хотя бы они должны быть полезные. Вот, кстати, на горизонте, вот там это виднеется, это метро. Метро называется Розтыли. Вот. С Розтыли ездят автобусы. И в Бенишов. Вот сейчас я подойду, и вот чтобы вы посмотрели, как будет это выглядеть, как пишется. Вот. Вот так пишется. Розтыли. Это станция метро. И сюда приходят автобусы, которые едут примерно такие южные направления. Ну, в интернете все это можно посмотреть, конечно. Вот как у нас светло. Уже 7 час. 6:36, а еще так светло. Ну, а я, конечно, я думала, что это будет подземная парковка. Но видите, значит, все равно роют так глубоко-глубоко. Значит, эта стройка будет продолжаться 2 года. Ну, видите, и вам показала, и сама узнала. Вот что значит никуда не торопиться. Вот что значит не успеть на свой автобус. Ну и вот, наконец-то я добралась до дому, и меня дома ждала такая команда голодающих Поволжья. Все они кушали дружно. И потом посмотрите немножечко, как им стало весело после подкрепления. И немного для расслабления вам мои кошечки покажут, как они умеют играть, для того, чтобы вы немножечко расслабились. И это для вас будет как релаксачное такое зрелище. Так, до свидания, дорогие мои друзья. Надеюсь, до следующего видео.